Как вы думаете, какая высота каблука оптимальна для ежедневной обуви? До 4 см, до 7 см или нулевая? Лучше ходить на плоской подошве. Врачи-ортопеды уверенно заявляют, самый безопасный каблук от 2 до 4 см. Совсем плоская подошва расслабляет и распластывает связки. Образуется так называемая вялая стопа. Каблук выше 4 см не подходит для ежедневной обуви. Перенагружает передний отдел стопы. Начинают выходить из строя вышележащие отделы позвоночника. В частности, шейный отдел, грудной отдел. Они страдают от того, что стопа становится неустойчивой. Травма опасна для голеностопного сустава иметь высокий каблук. Вывихи, подвывихи лодыжек и различные перенагрузки суставных поверхностей приведут к тому, что суставы стопы привыкнут, создались определенные условия в стопе, в суставах. Каблуки не влияют на отек ног, влияет именно режим ходьбы, смена состояния покоя и ходьбы. Меняя высоту каблука, мы сможем приучить стопу и мышцы стопы к отдыху и к напряжению. Мы говорим, что ходьба на высоких каблуках не более 40 минут. Смена обуви позволит нам профилактизировать наш износ суставов и травмы.